Влад, привет. А я собственные вещи не включал. Ну, спасибо, если что. Сейчас включу. Сейчас будет. Сейчас включим. Привет, привет. Thank you.
что там как звучит. Слушает кто-нибудь? Значит, никто не слушает. Ну ладно. Олег, спасибо. Спасибо.
Это была композиция Майлса Дэвиса под названием «Туту» с одноименного альбому. Если не ошибаюсь. Ну, по-моему, так все, как сказал. Надеюсь, не соврал. Ну и надеюсь, это кому-нибудь интересно.
Это была песенка Питер Габриэла Слейдж Хаммер. Кувалда, одним словом. Песня называется Mercy Street, улица Милосердия. Thank you.
Да, песня красивая, но я немножко подзабыл, к сожалению. Ничего, в следующий раз лучше сыграю. Что очень много песен невозможно все запомнить. Thank you.
Спасибо, что заглянули. Ну, хоть ничего и не говорите, но кто-то слушает, это уже хорошо. Сейчас мелодия называлась Young Last. Это песенка с альбома The Wall Pink Floyd. Duty Woman она еще называется. Там нет, такое двойное название.
Тибор, привет, привет.
Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, может быть, немножко Pink Floyd. Давно мы его не играли. Хотя вчера вроде бы играл. Да и сегодня уже играл. Что-то я забыл даже. Нет, одну песню сыграл. Ну, сейчас еще одну сыграю. Comfortably Numb. Thank you.
Спасибо, спасибо, спасибо. Давайте еще одну композицию. Красивую сыграю, Pink Floyd тоже. Thank you.
Спасибо. Спасибо. Ну, если кто может поддержать, поддержите, пожалуйста, меня, канал. Ну, тут можно песню на заказ, например, устроить себе любимому. Здрасте, здрасте. Thank you.
Забыл. Ну, звук отстой, в каком смысле отстой? Гитара-то хорошо звучит. Когда не хватает чего-то, это называется не отстой, а звучит одна гитара. Отстой — это когда плохой звук, когда качество звука плохое. Или гитара плохо звучит. Тибор, пока-пока. Чего гитара, да? Плохо звучит гитара? Сейчас, пока вот не угожду вот этому человеку, я он скажет: так, гитара норм. О, слава тебе, Господи. Гитара устраивает человека. Все, ладно, поехали дальше. Слава. Сейчас повторим. Ну, Старгейзер могем, конечно, но... Сами понимаете, заказ. А пока я повторю, сейчас эту тему сыграю. Это была песенка под названием «Сэр Дюк» Стив Вандер. А теперь вот попросил товарищ Старгейзер Могем. Или могим. Как там правильно, не знаю. Так, написал просто приятель, надо было ответить. Так, Rainbow, да, значит. Rainbow, Stargazer. Клевая песня. Ронни Джеймс Дио ее спел, да? Дио просто вообще, конечно, ее круто спел очень. Ну, он вообще круто пел. Ну, эту песню он тоже, конечно, шикарно спел. Ну, шикарно, не слово такое прилипшее, но мне он не нравится. Красиво, замечательно, великолепно. Вот так вот. We'll be right back.
Нормальный такой, эпатажный такой. Слушатель у меня недавно появился. Спасибо за оценку. Вот. Буду стараться не упасть лицом в грязь. А вот меня еще Слава попросил. ZZ Top. Одну тему всего лишь навсего играю, этой группы. Под названием Лагранж. Ее-то я и сыграю.
Привет, привет, Абель. Абель, привет. Да ничего, нормально дела. У тебя-то как? Как права-то получил? Ну, в смысле, медкомиссию. Слава, спасибо. Спасибо вам за поддержку. Спасибо. Для меня это поддержка на самом деле сегодня играет огромную роль. Так что Абель, ты мне, пожалуйста, программу скинь. Ты мне обещал вот программу ребят скинуть. Музыку. Если ты еще здесь, конечно. Мне бы послушать, да поиграть там. Чего как. Так, ну что, может быть, еще кто-нибудь что-нибудь закажет? Или как? Или уже все, заказывались, наслушались. Я тогда, наверное, на сегодня все. С Абелем мы, в общем-то, можем и так пообщаться. Не здесь. Вот, если... Как сказал кролик в фильме, в мультфильме «Винни-Пух», если вы больше ничего не хотите. Значит, так оно и есть. Ну, ладно, заходите завтра. Завтра будет новый день, новая пища. Послушаем и оценим. А на сегодня всем хорошего настроения, спокойной ночи и до завтра. Спасибо всем.